Меня от Стамбула такое. Не особо, я бы сказал, очень много курящих людей, кругом воняет вот эти химические сигареты. Хрен кто поможет, я пытаюсь найти отель. Вот если бы меня попросили, я бы сразу открыл свой навигатор и даже проводил бы человека. Здесь даже пароль от Wi-Fi хрен кто даст. Вот в отелях люди сидят тут, в этих местах, это просто безобразие. Ну я в шоке от этого менталитета. Ну как-то так, один мудак взял мой телефон и закрыл вообще страницу этого. У меня нет интернета в телефоне, потому что я же иностранец здесь. Откуда мне местная симка с местным интернетом? И вот дела.